Представьте себе состояние человека, который изо дня в день, из года в год выполняет вот такую работу. Участок называется очень характерно – штамповка. Неудивительно, что здесь была бесконечная текучесть кадров, часто случались простои. Сейчас на заводе «Радиатор» в Оренбурге автоматические манипуляторы обслуживают пока только 6 прессов. Устанавливается еще одна автоматическая линия из 10 роботов. Так осуществляется решение 26-го съезда партии об увеличении производства систем машин и оборудования, автоматических манипуляторов, позволяющих исключить применение ручного, малоквалифицированного и монотонного труда.